Ребята, я знаю, что вам очень нравится раздувать про русскую елду. Не писать на иностранных сайтах с женских аккаунтов, это делают единицы, но тем, кто делает, спасибо. Потому что вы создаете новый облик русского человека за границей. Но большему числу людей нравится просто писать про русскую елду. Это как мантра позитивности, мантра добра. Как ходите целый день напевать: «У меня большая елда, а-ля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 ». У меня большая елда, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Елда! Елда! Действительно поднимает настроение. Ха-ха! Как прекрасно, господи! Такой клевый зеленый маркер! Серьезно, это позитивное утверждение действительно поднимает настроение. Во-первых, оно шутливое, то есть ироничное. А во-вторых, высвобождает внутреннюю скрытую потребность постоянно чем-то выебываться. А у большинства из нас выебываться нечем. Я уже не говорю про елду. Поэтому давайте сделаем очередную штуку. Смотрите, я это видео называю по-английски «Количество сантиметров русской елды равняется количеству лайков под этим видео». И выкладываю его на каких-нибудь популярных американских развлекательных ресурсах интернета. И в результате наш план осуществится. Все в мире реально узнают о том, какая огромная елда у русских. А как же Достоевский, Толстой, Пушкин? Иди нахуй, а! Жми на кнопку и подписывайся на наш веселый канал.